на запад, ей в другую страну. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили, расставались, покидая тихий край. И мне что-нибудь родная родная отвечала, я желаю сей душой, если смерти то мгновенной, если раны небольшой, а всего сильней желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой обратиться к передовой. Пожал подруге руку, глянул в девичье лицо. А еще тебя прошу я, а пиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Комсомольцы